дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, и это Рафт. Мы продолжаем рафтиться в нашем невероятном интересном плотике. Вот, ты, наверное, такой думаешь, а что это? Почему так быстро вторая серия вообще так? Ну, то есть не вторая, а следующая. Вторая серия за день. Ну, я записываю вторую. Я не уверен, она выйдет сегодня или завтра. Скорее всего, завтра. Завтра я запишу еще одну. Поэтому для тебя будет завтра две, а не сегодня. Короче, сижу такой думаю, а что, хочу еще в раз поиграть, поэтому запишу еще одну серию, представляешь? И знаешь, что я сделал? Записал серию. Ну, записываю точнее. Так, что, погнали, мы там плывем ко второму этому. Кстати, уже довольно близко. И нам надо вон туда немного. Ну, вот даже туда, я бы сказал. Ну, что-то типа того. Так, и вот здесь я не доделал дырочки. И нам на эти дырочки надо 4 штучки. Это нам надо... О, сколько много веревок надо. Но с этим проблем нет. А веревок нам надо... Так, 8, 16, 24. А надо еще больше. И надо это еще штуки. И давай еще рыбу половим тогда. Блин, ну суп это вообще имба. Это его так плюхнул и ушел вместе с ним. Причем он всего там за картошку-говнешку делается. Это ж вообще офигенно. Вот, а еще я подумал, можно, короче, поставить балки и сделать полноценный второй этаж с помощью обычных балок. Кстати, можем сделать вот так. Пэц, 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 надо рыбу поднести вот сюда. И вот тут сразу положить чпинг, чпоник, и тут две рыбки еще положим. И не знаю, вот как думаешь, стоит ли нижний ярус укреплять железом? Или не стоит? Я просто не знаю. Типа, это, наверное, очень долго надо будет делать. Поэтому я не знаю, имеет ли смысл все это укреплять. Или лучше периодически давать в ухо акуле. Не уверен. Честно говоря, не уверен. Так, а мы куда там плывем? Нам что нужно найти? Нам надо что найти? Мы правильно плывем? Вот, нам надо туда. Что-то там есть на горизонте? Я пока ничего не вижу. Но плывем вроде как правильно. Таков путь. Ну и чё? Оп. Опять это скумбрия. О, еще я чаечек себе сделал с лимончиком. Прикинь. За твое здоровье, уважаемый зритель. Рыбка, ловись там, давай. Хорош, рыбка. Рыбка хорош. Так, бочка. Камень. А можно хлам? Вот что это? О, хлам. Бим. Почему? А, два хлама. Дорого. Дороговато, если честно. Я столько бочек не собираю. Так, пойдем глянем, правильно вообще и там плывем. Вот, теперь надо чисто вот туда. Рыбка. Оп, все, последняя была. Чисто прямо, куда дует ветер. Ветер немножко туда, но это ничего страшного. А, кстати. О, да, она подойдет. А вот это не подойдет, конечно. Ну и ладно. Ой, пожарим ее. Короче, бим-бим-бим-бим-бим-бим. Бом-бом. Так, а как? А... Ну, так получается. О, там что-то... Что это? Этот дом... Дом какой-то? Так, нахер иди отсюда. У, сука, гадина. Это оно, да. Поплыли к нему, к этому чему-то там. New skies.
ну чуть-чуть пластика. Ой-ой-ой. Нет, все, никаких уколов нам не надо. Еб твою, иди сюда. Бим. Это как-то поуверенней. Вроде больше, ну вот, ничего оно не отгрызется, сколько бы акула не грызла. Вроде ничего не должно отгрызться. Просто так, по крайней мере. Так, ага, ага. А, сык, попалась, которая кусалась. На предикте ее взял, за ляжку схватил. Так, ладно, где там это? Ага. Сеть ловушка. Так, уже три есть. Хорошо. Бим-бим-бом. А, ну и все. Все. Чтобы здесь можно было бы, наверное, вот это убрать. А можно ее просто... Можно просто переставить. Во. Во. Так, пластика теперь нету. Это тоже можно переставить тогда. Во. Вот так. Ух ты, там какие-то... Это яхта? Какая-то яхта? Ну, походу, да. Так, бим-бим-бом-бом надо будет сейчас сделать. Ой, здесь тоже бим-бим-бом-бом. А пластик-то вообще не бим-бим-бом-бом. А? Так, попить. Оп. 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 И набрал. Блин, надо бы еще одну бутылочку, наверное, сделать. Чтоб соленую воду набирать. Или вот здесь дырочку оставить. Чик-чик-чик-чик. А можно как-то ее огородить? А, огородить. Так, в принципе, да, нормально, не, правильно, правильно, вот так вот мимо будем плыть. Где-нибудь вон там по пути остановимся. Выглядит красиво. Вопросов, конечно, нет. Пластик. Хорош. Бочка. Отдай, дай пластика, бочка. Хорош. Но пластика она, конечно, не дала. К сожалению. Оп, дырочку заделали. Оп, стоять, стоять, канистра. Ну подожди, ну что это такое? Иди сюда, нас. Не надо. Стол, ё-моё. Еще пластик. Как-то мы или плывем медленно, или работает плохо. Я уже не знаю даже. Не знаю же, что думать, елки-палки. Так, бим-бим-бом-бом. Все, здесь вот так вот. Все, готово. Надо еще вот эту заделать. Вот ты гадина, а? Санечек, ты как? Нормально, нормально. Живи, живи, мальчик. Так, у меня еще две посылки тут. Хрум. Лак. Швейцарский какой-то. Или шведский, я не знаю. Что-то такое, короче. Так, вот здесь еще три надо. Бим-бим-бум-бум, и все, и будет краси. Что правильно? Во. А что-то мы никуда-то не туда уплываем, алло. Алло, ветер. Что-то ты вообще не туда дуешь. Короче, вот так вот надо. Сейчас должны такие линии пойти туда. Во-во-во-во-во. Правильно, правильно. Так ее, так ее, так ее, елки-палки. Так, а если я сейчас ем? Это что было сейчас? Почему мне сразу так хреново стало? Я что-то отравленное съел?
Или что, в чем прикол? Это было, не понял. Алло, да куда мы уплываем? Так, а где там весло где-то было? Нету весла, да? Я его выкинул нафиг. Это, конечно, пипец. Хотя бы музыка играет. Акула, не жри! Не жри! Нет! Не хавай! А-а-а, весло! Ну где весло? Весло. Бля, пластика много надо. Давай собирать пластик, что делать? Ладно. Ну, конечно. Пипец! Но вариантов особо нету. Давай, давай, давай. На тебе, буха. Что, есть пластик где-то? Не вижу. Давай, давай, давай. На тебе, буха. О! Давай бошку тоже давай свою сюда. Так, вот вижу пластик. Чё ты, корабль, думал меня переиграть? Я все равно туда попаду. Эй, весло. Все, погнали, блин. Ну все, плывем. А чё этот ветер думал сраный? Я не доплыву, а хрен там. С лимончиком, чаечек. Ой. Что за песня? Чё странные звуки были? Ёб твою... Я же одну убил. Сраные чайки. Давай, давай, плыви, плыви. Давай, ви-ви-ви-ви-ви. Ви-ви-ви-ви-ви-ви. Ви-ви-ви-ви-ви. Можно прям близко, кстати. Почему бы и да? Что сначала вдруг он начнет тонуть, я такой, оп-оп-оп, и на плот резко. И все. Весло, конечно, бедненькое, еле живое уже. Так, ладно, тут пойдет. Сбрасываем якорь. На всякий случай разворачиваю и убираю парус. Так... Попить, пожрать надо. Вот этого супа бы наелся, конечно. А что если просто два еще овоща кинуть? Что получится? Надо сразу это собрать, чтобы не расфигачили. Пластика нету, жалко. Да, нету пластика. Не закрыть, может вот эту откусит. Я его пока могу снять, кстати. В принципе. Ну, вряд ли же он именно ее съест, правильно? Ладно, пусть будет. Я потом про нее забуду. Так, голову к акулы. Но это надо оставить. Две уже головы к акулы. Кстати, что-то варится по итогу. Это хорошо. Вроде как. Так, ресурсики надо пооставлять.
Требуется глиняная миска. Я думал, глиняная масса получилась. Че-че? А, овощной суп, слушай, нормально, что-то получилось. Давай, акула, дожаривайся, я тебя поем и пойду и развлекаться на корабле. Так, видите, дозреваете. О, урожай. Так, все сюда. О, 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 о. Так, это кусь. Кусь. И запиваем. О, хорошо пошла. Так, ну все, погнали. Водичка есть? Все, что надо есть. Погнали. А ты тут уже здесь, да? Как будто и тебя не было. А, ты еле достаешь вообще. О, нет, надо в ластах как-то непривычно с ней драться. Все, идет она нафиг, короче. Так, ну здесь ничего нету. Здесь просто деревья, можно пожрать с собой взять. Вот это, я думаю, лишнее сейчас. Одно деревце было. Так, ну тут на дне ничего, я так понимаю, интересного. Это что? Механическая деталь. Вот этот хлам мне нужен. Хлам по-любому берем. Еще хлам. Еще хлам. Так, ну тут же не может акула появиться, правильно? Это было бы, если честно, очень странно. О, еще вот эта штука. Не знаю, что это такое, но возьмем. У меня этого почти нету. Так, ну здесь залезть надо будет, да, на корабель этот? Плюх. А с этой стороны есть что-то? Плюх. Ничего нет, да? Может, механическая деталь опять какая-то? Нафиг она нужна? Нафиг? Это квестовая. Да, ну погнали, что тут? Кто-то есть? Какие-нибудь неписи? Блин, очень классно, что все подсвечивается. Капитан говорит, мы направляемся к одной из южных возвышенностей. Надеюсь, ты одумаешься после лом. И послушаешь знамя, Рубен. Так как же ты знал, что этот город обречен? Почему ты такой упрямый? Какой город? Что я сделал? Так, здесь проходов нету, нет, нет, да? Нам, значит, в эту вот дверь. Где она? А, лом использовать. Понял. Ой! Ты кто? Ну, у тебя есть мясо. Ля, Криса. Алторез. Ящик чего? Это что? Ничего себе. Прикольно. Ой, пластик очень нужен. Блин, если кто-то... Никого, кроме Крис, тут нету, я надеюсь. Ящик. Хорошо. Так, все, нужно будет с болторезом вернуться, запомнил? Все, запомни. Да я забуду. Синий ключ. Ага. Ванная комната. Красный ключ. Ничего себе. Ладно. А это что? Криса есть? Записька. Рубен, яхта плохо подготовлена к плаванию. Топливный бак.
Лов становится место для танцплощадки, но не для припасов. Зато бар забитый выпивкой. Я думала, у Лов будет практически, раз он военный. Но они все думают, будто это роскошный круиз. Прости, Рубен, не стоило мне тебя бросать. Да ничего страшного. Думаю, Рубен уже все, я думаю. Или не все. О, красный ключ. Ёлки-палки. Сколько полезностей. Требуются провода, зажигалка, топливный бак, пуля. 5 механических деталей. Болторез, записка. Вчера ночью я видела огромную крысу. Пугающую огромную. Да, она и вправду большая. Я пытаюсь предупредить команду, что в припасах завелись паразиты. Но они засмеялись. Я скучаю по тебе, Рубен. Засмеялись? Слушай, я видел крысу. Я тут с тобой согласен. Крысы и правда огромные. Так, а где нужен был болторез? Вот здесь, кажется, да, комната? Нет, синий ключ. Вот здесь болторез нужен был. Да? А тут синий ключ, да? Синий ключ. Записка. Капитан постоянно жалуется на выбранный мной курс. Если он сделает это еще раз, получит выговор. Экипаж не слушается приказов. Я поражен отсутствием дисциплины. Ужас. Они почему-то решили, что звание и класс исчезли вместе с сушей. Нет, я не позволю им прохлаждаться в компании моих высокопоставленных гостей. И лишу их пайков. Они должны меня благодарить, если бы не я. Они бы не выжили, елки-палки. Чё так темно? Выход. О. Пуля. Записка. Как я и предполагал, экипаж абсолютно некомпетентен. Теперь они заявляют, что крысы за несколько недель сожрали половину наших припасов. Я пообещал им удалить паёк, если они принесут мне хоть одного живого паразита. Естественно, с недостачей провизии придется разобраться. А, темно, потому что ночь. Сегодня мы будем обсуждать кандидатов на увольнение. Блин, проблема в том, что ничего не видно. Это хоррор какой-то мы играем или что? Тут вообще пипец, хоть глаз выколи. Я где-то слышу Крису. Слышу, но не вижу. Пластик. Криса? Где ты, Криса? У меня есть шампур. Хочешь, покажу? Красивый. Блин, вам на Ютубе, наверное, вообще ничего не будет видно. Криса. Криса. Каюта какая-то. Пластик. Ванна. Еще пластик. Записка. И что это значит? Вы не можете просто взять и уволить их. Мы в открытом море. Ханна, твоя задача обеспечивает работу двигателем. Громко возится. Это же проклятая крыса. Что вы с ней делаете? Разговор окончен. За работу. Что-то у них тут происходит непонятное. Блин, хоть глаз выколи. О, сейф. Четырехзначный код нужен. А! Хоррор какой-то. Да на тебе. А! Что ты? Что ты, гадина, дай мясо. О, мясо. Я люблю мясо. Ящик. Это все пока не ходит. О, еще мех детали. Пластик, хлам, ящик.
О, это классно, что столько всего насыпало. Приборы. Классно. Переборы. Хорошо, переборы. А, вот для чего нужен был налобный фонарик. Вот мы и нашли. Ну, хорошо, хотя бы все предметы подсвечиваются. Так бы я вообще фиг чё нашел. Так, наверх. Ой, ты, господи, скример! Мне не страшно, я не боюсь. Так, это палуба выше. А мне сюда не надо, наверное. Ну, давай глянем, может, тут что-то есть, конечно. О, а если оббежать? А, с этой стороны просто приду. Эй, ну в смысле, ёб твою. Чё бегал? Фиг пойми. Там акула уже, наверное, пол плота съела. Ключ-карта. О, рассвет, слава тебе, господи. Омлет с грибами, ё-моё. Мегдеталь еще. Сколько их у меня уже? 6. Там 5 нужно для чего-то. У меня уже 6. Записька. 0451. А у паразитов что-то там... Когда они явно были крысами, но с тех пор выросли, обнаглели и поумнели. Я уже добился некоторых успехов в игре дрессировки. Кнут и пряник, как всегда. Что любопытно, при кровосмешениях мутации увеличиваются. Интересно, с другими видами это будет так же? Какими другими видами, дядька? Караван Таун, неподалеку отсюда, город. У некоторых популярных животных мне больше не нужен бесполковый экипаж. Я создаю настоящий солдат. Преданных солдат. Ясно, все, у типа там пляшка посвистела. У них активно популярный живот, мне больше не нужен бесполезный. А, ну да. Опа. Так, закрыто, да, с другой стороны? Ну, конечно. А если еще выше подняться? Тут тоже закрыто, да, с другой стороны? Естественно. Я и не сомневался. Так, ну здесь все, здесь не допрыгнуть. Ну и здесь, естественно, я тоже закрыт с другой стороны. Ну да, ну да. Пошел я нахер. Так, ну и ладно. Так, где? Вот тут где-то, кажется, каюта была, да? С сейфом. А че они рисуются? Да нафиг они нужны тогда? Нет, не хочу с ними сражаться тогда. Нахер надо. Копье так-то не бесконечное. Так, или здесь где-то, подожди. Сейф. Нет, не здесь. Нет, а где он был? Вот он. Там у нас провод, записька. Милый Стромода, срочно, туман спускается. Мы не знаем, насколько поднялся ветер. От карт нет толку, мы должны... Капитан экипажа замышляет бунт, время действовать. Так, иди нахер. Они пытаются выжить. Я, вы в своем уме? А, еще Криса. Я дал вам шанс на что-то там. Одна больше, другая меньше. Теперь мне нужно защитить тебя от чего-то там. Ключ-карта. Крисы. Вот оно вам надо. Гады, а. Докопались все-таки. Так, открыть. Открыть.
Так, ключ-карта вроде на этом этаже. Да ёб твою! Ты, бесплатное мясо. Можешь остановиться? Я ж топором не смогу тебя ударить. Что у нас тут? Зеленая ключ-карта. Вообще пипец. А нафига зеленая? Куда нужна она была? Еще выше, может? Тут, потому что я вроде как везде был. Вот это где мы? О, зеленая ключ-карта. Ля, вот это ванна. Да ну! Блин, копье. А я могу, может, сделать просто новое копье прямо здесь? Блин, слитка одного не хватает, к сожалению. Надо будет на лодку спускаться. Зажигалка. Ящик. О, копье. Все, пофиг. Записка. Тип корпус корабля при контакте со скалой. По шлюпкам, живо! Улов, подлый трус. Злобно рычит. Берегись! Разборчивые крики, запись обрывается. Требуется бомба. Так, ну бомбу, я так понимаю, надо внизу сделать, да? Из вот этого всего. Ну, походу. Так, ну пойдем в самый низ теперь. А может просто вот так как-то, да, спуститься. Вот так вот бим-бим-бом-бом и все. Где-то я вот здесь спускался. Да, во. Здесь? Опа, опа. Вот ты попался. Молодой, у меня еще есть копье. Хи-хи-хи-хи. Так, нет, не здесь это. Дальше. Дальше, дальше. Где-то дальше я это все делал. Здесь нет. Здесь подъем. Получается... Нет. Дальше. Нет, это кухня. Значит, здесь. Во, да. Так, что тут? Домкрат. Бомба. А нафига нужен был домкрат? Кто помнит? Я что-то не видел даже, чтобы он, наверное, выше где-то нужен, значит. Ну ладно. Как много мяса. Ох, я сейчас нажарю стейков. А где нам крат нужен был? Чё-то не пойму. Бомба! О, открылась. И вправду открылась. Так, плюс хлам, открыть. Хлам, хлам, хлам. Записка. Добавлена заметка. Чертеж мотор. Чертеж руль. Ничего себе, штурвал. Нифига себе. О, ящик. Можно изучить на рабочем столе. И руль можно изучить на рабочем столе. Прикольно. Опа, покюшать. А где там крат нужен? Если не выше, то я не знаю. Так, ладно, сейчас я на паузе, наверное, быренько найду. А у меня есть новые координаты? Да. Балбуа Исланд, 69-66. Так, сейчас я быстро на паузе найду, где домкрат нужен, и вернуть к тебе. А, нашел я один домкрат, используюсь. Просто меня тут крыса преследует. Вот, вот здесь. Собака. Напала неожиданно, не успел запись включить. Вот, короче, домкрат, а тут сейф стоял. Я подсунул его и его уронил. И зачем? Записка.
Города в Синеве. Смета проекта была назначена чуть ли не преступной, в рамках просто безумным. Несмотря на открытые протесты, проект дельфирующего города в ближайшее время не будет приостановлен. Экс-генерал Улаф Иксарам в своем последнем выступлении на проблеме заявил: «Мы осознаем все трудности, с которыми сталкиваются люди. Однако у нас немного... Что там в Стокгольме? Какое-то говно выпил, по-моему. Я лично яхты после черного вопроса о протестах против дрейфующих городов Улаф Иксарам решил прервать интервью. Впоследствии мы связались с анонимным информатором, который подтвердил... Который подтвердил что-то. Так, ничего, все, я ничего не нашел. Нет, я не потерял. Так, сейчас я на всякий случай еще раз оббегу опять на паузе. Весь корабль, мало ли что пропустил. Короче, все, оббежал, ничего вроде не пропустил. Нужно обратно на наш этот чопать плотик. Там у нас какой-то мотор, руль появился. Надо сейчас посмотреть, что это вообще такое. Блин, ну да, по сравнению с яхтой, наш корабль, наш плотик, это вообще, это земля и небо. Ну, ресурсов, сколько я пластика нашел, это вообще кайф. Он прям такой, да, нос впереди. Ну, акула, ну я уже успел с тобой попрощаться, если честно. Я сейчас вообще на корабле останусь с крысами, будешь тут сама плавать, ясно? Так, вот так вот на превью возьмем. Кораблик. Вот так вот. Где ты жрешь, падла? Вот пофоткаться не даешь, жаба. Так, чё, поплыли пока? Куда там? Сейчас, стой, подожди. Города в Синеве. 6, 9, 6. Это вот туда куда-то. А как я туда не смогу, там ветер. Ветер вообще не туда дует. А, подожди, мотор. Наверное, мотор надо делать. Как там он делается? Где он? Мотор. Мотор изучен. Руль изучен. Хорошо. Штурвал. А на чем мотор ехать-то должен? Мотор. Сколько на него всего надо? Так, ладно, сейчас, подожди. Бим-бим-бом-бом. Надо посмотреть, нигде ничего не сломало, это падла. Так, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Здесь 2, нет, ничего не сломало, все нормально. Так, и чё, я запись включил. Крафт. Штурвал. Давай начнем с простого. И 4 слитка. Изготовить. Штурвал. Штурвал здесь надо, по-любому. Это мы пока убираем. Штурвал. Радиорубку рядом надо будет поставить. А, нормально все. Вот так работает. Слишком близко к антенне. Ёб твою. Ёлки-палки. А, я ж могу просто сделать вот так, в принципе. Да. Да. Сюда надо еще. Отдайте дерево. Подожди, а у нас теперь штурвал. Прям что, прям штурвал, да? Типа я могу развернуть вот так. Но плыть мы будем, не знаю, вот.
Он прям поворачивает, ты прикинь. А куда ветер дует? Подожди. Сейчас, сейчас. О, у меня пушка. Как всего хорошего в голове сразу. Так. Бим-бим. И прям перед штурвалом. Вот так вот. И теперь... Ля! И бом-бом. Все, и мы плывем вот прямо по ветру. Так, ладно. А если я сейчас ее сниму? Все равно недостаточная высота, да? Не, нормально. Подожди. А вот это что выпендривается тогда? Это тоже нормальная высота? Да? А, кстати. Ля, да ты шо? Ля, как бля, это я понимаю, а? Вот это технология, не то, что ваша вот это вот, ага. О, у меня копье еще одно откуда-то. Блин, надо еще ящик сделать для снаряжения. И доски. Доски, дайте доски. Доски, зато пластика теперь много. Еще две доски. Раз. И все. А вот еще одна, два. Так, это ящик чисто для снаряжения. Падла. Мне чинить нечем, ты понимаешь? Гадина такая. У нас вот эта штучка тут. Картошку мы сейчас съедим тоже тут. Стейков сейчас. Ой, 12 стейков. Блядь, куда сырое? Дурачье. Взял сырой и съел. Молодец. Так, и по это подставка мне нужна еще одна под эту. Под эту, ага. Так, а что там на мотор нужно? Это все хорошо, конечно. Микросхема, 5 железа. Ну, досок. Мне только досок, по сути, надо очень много. А микросхема это вообще фигня. Соклян и 2 меди. Ну, все, пожалуйста, вот тебе микросхема. Веревок. Тоже все фигня с этими. Вот доски только остались. Я же как тебе говорил. Так оно и случилось. А, у нас вон прям этот, смотри. От этого. А, вот он пошел и... О, нифига себе. Прям руль. Рулевой руль получается прям. Это я понимаю, конечно. Это вам не пиписьки на заборах рисовать, знаете ли. А где я ее поставил? Вот здесь. Где начинаю, где... Где вторая трешка? Вот здесь, где вторая трешка. Вот здесь, да? Да. Так, ну и бим-бим-бом-бом. Подожди. Все. Кайф. Что там, ветер правильно дует куда надо? Не, не хочет. Но мы плывем правильно, да? Конечно. Так, ну давай мотор поставь. Где там мотор? Что, блин, мотор? 5 слитков это фигня. Успокойтесь. Так, это тоже сюда, все. Это сюда. 5 слитков. Доски. Ну вот, доски нужны. Так, давай еще стейков нажарим. Доски, правда, дофига не нужны. Так, сюда, наверное, ящик для рыбов надо, да? Еще бы один ящик. Отдельно для рыбов. Я бы сделал. Рыбов много, а ящика нету. Бим-бим, бом-бом.
Так. Как-нибудь бы вот так, наверное. Надо его чуть переставить. О, вот так вот. Так, семена, семена. Семена. Грядка. Еще семена. Так, грибы. Семена. И вот тут животного происхождения у меня все лежит. Редиску надо скушать. Еще доски ловятся. Все нормально. Ребят, вы думаете, я забыл про то, что надо делать мотор? Я помню, помню. Вон, доски ловятся. Уже 11 штук. Не переживайте. Надо, так, надо 20, правда. Там еще остров. Остров. Тут досок положим. Тут лежат. Нормально, лежат. Так, и попить можно. Ой. Вылей, вылей, просто вылей. Вылей и успокойся. Так, мясо готово. Мясо сюда. Бочка, говнечка. Ну, как хорошо ловится все, а. Вон, редисочка есть. Ой, вкусненькая. Ну давай, мотор, еще 7 досок, елки-палки. Я даже помогу их собирать. Осталось мало же, ё-моё. Ага. И ты опять здесь погрызть решила? Видишь, как я починил вовремя? Гадина. Так, ну мы на правильном пути, в принципе. Так, что там осталось? 7 досок. Сюда иди. О, 6 досок. Три. Где она? Где она? Ну как это ловить-то? Ёб твою, как тут плод качает. А мы не можем там поломаться или утонуть? Такого не бывает. Так, мотор изготовить. Так, ну это какой? А, это такой мотор. Это который крутится, и мы плывем прямо. Угу. Давай здесь, наверное, его. Я сейчас тут еще поставлю. А, подожди, слушай, а страшно. Давай, знаешь, как сделаем? Подожди, я придумал. 3 доски дайте только. 3 доски. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Вот тут вот. 3 доски и вот эту штуку. Потому что я хочу, чтобы он был такой безопасный. Чтобы мы его не сломали с 3 ударов. Вот. И укрепить. Все. Акула сюда теперь будет очень долго грызть, правильно? И вот теперь мы сюда ставим мотор. Направление туда. Ну да. А, он на, тоже на досках. Как включить его? О. Один равно... А, один 100 этих. Но у меня, наверное, меньше 100. Топлива мало, да? Понял, сейчас соберем. Блин. Досок, конечно, будет уходить, я чувствую, прям пипец как.
Вроде едет. Едет? Так, а если убираю? Что, едет? Едет. Но надо с той стороны второй, наверное. Я думаю, адекватно будет работать же. Вообще кайф. Вот это я понимаю. Вот это капитан корабля уже, и парус не нужен. Парус, я так понимаю, можно просто вот здесь где-нибудь поставить уже для красоты. Не знаю, вот тут. Да? Ну да. Не, его тут сломают. Страшно все равно. Вот так вот. Чисто прямо его. Ой. Вот туда прямо. Он не будет обзору мешать же. Он пипец как будет обзору мешать. Так, ладно, парус. Ты здесь живешь, значит. Вот и туда смотришь. Блин, ну конечно жрет этот мотор. Как два кита. А так мы будем прямо плыть нормально? Ну да, помедленнее, по-моему, правда. Так, чё, ладно. Остановимся, наверное, здесь. Сейчас акулы пизды дадим. Чё, акулы пизды дали, жить просто не зря. Починить. Есть чем починить? Ох, тут есть чем починить. Вот об этом я и говорил. Что она все? Она кекс? А, нет, она меня обманула. А! Нахер иди. Вот, давай превьюшку возьмем. Не знаю, вот с этого движка. Типа, ля, мам, я инженер. Ля. Что, он на него не хочет залезть? Во, вот так. Типа, ля, нет, так, слишком большой. Вот так вот на превьюшку. Ля, я у мамы инженер называется. Вот так и назову серию. Ну, ребятки, спасибо за просмотр, сохранились, выйду в главное меню. Слушайте, а скажите вот, кто смотрит до конца, как вы считаете насчет, может, провести стрим по рафту один, чтобы просто нафармить ресурсики, сложить их, сюжетку не проходить, просто нафармить кучу ресурсов. Как вы на это смотрите, вот, напишите в комментарии. Такой, чисто на пару часиков. Вот, подписывайся на канал, жмяка на колокольчик. Лака-лака-кольчик, та-та, вот. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил. Всем пока!